21 сентября, утро 2018 года. Дело было так. Персонаж Эдвин Багдасарян. Зазвенел будильник Эдвина, телефон. Он не слышал. Пришлось мне с моей комнаты дойти сюда, прийти, дать Эдвину этот будильник, чтобы он проснулся. Сейчас мы готовимся, идем, смотрим, Леоночка готова, нет. Одеваемся, и уже нужно будет в школу. Через час нужно будет быть там. Все, давай, одевайся. А вот наше солнышко. Она уже проснулась. Такая радостная, идет в школу. Ты радостная, Милан? Спать хочешь? Прям видно, какая ты радость. Леночка у нас идет в первый класс. Первоклашка. Или как там? Первоклассница. Да? Все. Первый класс. Там внизу мама твое платьишко уже подготовила. Красивое такое. Сейчас оденешь, будешь. Настоящая первоклассница. В платьишке и фартуке. Так что давай, Мелочка, одевайся. Мы не хочу встать. Посмотришь, кто у тебя будет одноклассники. Их там очень много. Да? Мы линейку только будем. Не знаю. Пап, мы только линейку. Ну, линейка, да. Но мы же ходили в школу, документы отдавали. Там человек, наверное, 30, да, в классе или сколько? Много новых друзей будет. Новая школа. Ну, для тебя будет как обычная школа, а для Эвина уже третья школа. Кстати. У нее тоже третья, у нее Солян первая, вторая, 120. Не, ну понятно, как школа первая. Папа. Что? Эвину очень повезло, потому что... Почему? Потому что, когда он подружился тут с подружками и другом, с взрослым мальчиком и с маленькой девочкой, и с взрослой девочкой и средней, как он с девочкой подружился, они все идут в его класс. Да? Это одноклассники, что ли? Да, его класс. Он уже заранее знает, кто одноклассники? Да. Ну так прикольно будет, уже кого-то будет знать в классе. Прямо одноклассники. Да? Ну все, одевайся давай. И пойдем. Все, Миланочка оделась, красавица наша. Сейчас сидит, чай пьет. Сейчас чай попьет. Эдвин тоже. И мы уже выходим. Ну-ка, покажись. Мне мама сейчас закроет вот эту, потому что спатает. Так, ну-ка. Какая красавица! Ну-ка, покрутись. Вот. Школьница прям настоящая уже. Первый раз первый класс, Милан? Да. Чё, ты рада? Угу. Миланочка меня сегодня утром спрашивает: мама, ты хочешь ходить в школу? Я говорю: конечно, да. Там так интересно. А ты, Милан, хочешь ходить в школу, да? Что там интересного? Не знаю. Пока не знаешь, да? Угу. Скоро начнешь учиться, там уже все расскажут. Самое интересное, знаешь, что в школе, Милан? Это мой рюкзак. Угу. Ну-ка, покажи. Мы слишком яркие не стали брать, чтобы была под цвет формы, цвет, чтобы был. Ну и, конечно же, такой девчонки. Я вам пока не ставлю. Это потом уже это будешь потом показывать. Эдвин, ты покажи. А чей? Вот. Классная ткань. Купил в фирменном магазине, да? Угу. Прикольная тема с замками такими. Четко пацанский такой. Ну-ка, один. Что, нормально? Положилось столько много. Нет, это не до ручки. А вот это у нас YouTube загружается. А у меня в рюкзаке
У меня сменка прощается. Мешок, сменка? Мешок для сменки. И все сейчас развалится. Это сменка, а это... Дневник, который Милана сама первый раз заполняла. Вот, сейчас я вам покажу карандашом. Сентябрь. В общем, Миланочка идет в школу, она уже знает цифры и буквы. Что будет там делать, не знаю. Да, Милан? Да. Читает уже на школу. У меня сменка. Будешь преподавать тогда. Сменка, будто новый портфель еще один. Да? Да. Ну вот, по ширине. Эрлон. Он огромный. Ну, прикольно, сменка, да, четко такая. С этикеточкой даже, да? Ой. Хочешь с этикетками ходить? Можно. Тебе на пиджаке тоже надо убрать. Я убрала же. Да? А нет, эту штучку ты отрезал. Какую? Белую? Нет. Здесь я отрезал. Нет, там вот сзади есть, смотри, штука такая. Папа. Садись тоже, чай пить. Ой, я закрыла. Не забывайте, многие, даже взрослые, покупают пиджаки. И вот такие вот штучки, они есть. Вот, например, вот мой пиджак, да? Вот здесь всегда, когда вы покупаете, ниточка. Некоторые люди говорят, что типа, это не надо убирать. Просто по незнанию обязательно надо убрать вот эту нитку. Это специально сделано, чтобы когда вы садились, было удобно. Но есть такие люди, которые доказывают, что это не нужно убирать. Папа, вот. Что еще он лежит? Мама так, мама сказала, чтобы мне еще не ложить. Только ты что мой чай пьешь? Да, это Миланочкин чай. Твой вон этот я или уже этот? Выпил. Ну ладно, пей. Тогда Милан тот попьет. А, у меня же это. Да? Это была Миланка. Так, ну что, время-то у нас есть? А вот, времени у нас почти нету, так что давайте быстрее. Папа, вот. Да? Все, красота, Миланочка. Даже с Дракулой. С Дракулой даже? И закладку покажу. Закладки. Вообще классно. Только вот стопки прям. Я все. Все? Да нет. Выходим тогда. А я не попила, вы меня задержали. Так, мы ее задержали, да? У Ирины глаза красные, да? Да. Он болеет. Ну-ка, покажи. Прям заметно? Да. Есть, да, чуток? Как будто ты играл в PlayStation неделю. Да он прибаливает. Ему полчаса хватило поиграть, но его глаза сразу красные стали. Мы ездили в Дубай, и там Эдвин чуток заболел, потому что кондиционеры были, жара, да? Да. Жары сразу резко за кожу. Но кто не знает, сейчас скажет, что ты в неделю, целую неделю рубился в ПС. Из компании вылаживал. Ты все, Милан? Сейчас я пью. Эту жилетку одеваю, а сменку... Только на улице будем вставать, когда будет линейка. Да? Песню будете петь? Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Когда будет линейка, нам будут на улице тоже рассказывать. Да. Ближе, а что тут? Учат в школе, учат в школе. Все, Миланочка, круто. Давай мне пристегивайся. Сейчас я помогу. Все, мы загрузились. Все готовы. Все, мы готовы. Ну все, теперь мы поехали. Пап, ты дальше курс снимаешь? Ну да. Куда идем мы с пятачком, Милан? Всю дорогу? Да.
Кузьминой Барбаев. Иланочка только что вышла из школы. Как тебе там было внутри? Расскажи, что там вообще было? Классно все было. Нет, а что вы делали? Вы зашли внутрь, руки потом... Руки рисовали свои имена, потом мы играли в игры. Угу. А ты где сидишь? Там парта, какое-то конкретное место? Там любое место выбираешь. Я с девочкой села. С девочкой села? Молодец. Уже подружка. Много одноклассников у тебя там? Да. Я уже с одной девочкой подружилась. Да? Ладно. Тебе шарик тоже дали, да? Теперь это нужно загадать. Он на стуле висел. У каждого, наверное, все, да? Берут, да? Теперь загадай желание. Давай вот, возле школы, да. Твое желание никому не говори. И отпускай, и оно сбудется. Давай. Все, твое желание полетело в небо. Да, все отпускают свои шарики с желаниями. А что тебе еще дали, Милан? Вот такой чокопай. Да. И сок яблочный. Вообще классно. А Эдвина ты не видела? Там птицы летают. Мама, кстати, я вас полчаса искала. Да? А вот тебя? Вот и там, и тут, и вообще, вот выглядывают. А мы в машине сидели, нам сказали ждать полтора часа, да? Что-то урок будет. А вы вышли раньше. На 30 минут раньше. Я увидела тебя там. Ладно. Ну что, нравится тебе вообще? Будешь ходить в школу? Да. Там родители пускают. Внутрь? Да. Там пошли, все родители ходим, заходили. Пойдем. Пойдем посмотрим. Да, уже в классе. Может быть, там Эдвин есть? Ну, куда? Просто идите и все. А где твой класс, Милана? Я
инициативу. Здесь? Это ваш класс? Здрасте. А где ты сидела? Ну, давай, иди, сядь. Да. Прикольно такой. Запах школы такой. Да. Ну вот школы прямо такой. Подождите, я тут коробку хочу. Ну что, что? Хорошо. Давай, стой здесь. Что ты там делаешь? Стой, вот папа. Стой, вот цвета. Стоп, да, стоп. Поворачивай. Одноклассники? Нет, это просто мой друг. Друг, как зовут? Даур. У тебя какой класс? Вот тоже 7-й Б. 7-й Б? Тебя как зовут? Меня Вильдан, иду 8-й класс. Какой? 8-й. 8-й уже, да? 7-й, 8-й. Ты такой высокий, а в 5-м. А здесь у вас получается на 1-м... Понятно, что столовая. Самое главное. Я имею в виду на 1-м... Первоклашки, а вы уже тусуетесь на всех этажах, да? А у тебя какой этаж-то был? Мы что-то запарились искать. Второй этаж. Второй этаж? Нет, какой? 27-й. И, кстати, сказать... 28-й. Это... Ну, найдем, короче. 30-й, да? Точно? 30-го нет. Подожди, какой класс ты набрал? 27 кабинетов смотришь. Я, короче, первый класс... По всей школе 27 кабинетов. Три этажа, получается. Я, короче, сейчас скажу, три подписчика. Да. Прям при входе кадет, тоже кадет, короче, подходит. Эй, брат, здорово, я твой подписчик. Еще да. Обращаюсь. А, они подходили ко мне, да, тебя да, искали. Тоже, да. Такой, да. Ну ладно, я видел, да. Да. Че, как вам школа-то? Вот-вот, именно вот так. Для кого-то праздник, для кого-то грустно, да. Для меня. Просто интересно. Ну, ты, получается, первый раз приходишь в эту школу. Да. Просто интересно, одноклассники, все такое. А вы школу меняли или постоянно здесь учитесь? Здесь. Я уже третья школа. Я спортивный. А, ну, Эдвин тоже третья школа. А здесь ты учился уже? Год учился? Нет, я 4-й класс. А, ну, уже знакомо, в общем, все, да? Изучать нечего тут, в принципе. Поэтому и грустненько, да? Каникулы закончились. Да, обломчик, конечно. Это для родителей праздник, а для пацанов это не очень. Но если только чисто потусоваться там, девчонки. Общение, да. Девчонки, столовые, ты учиться-то когда будешь? А тут у вас какие-то мероприятия проводят, там, спортивные, может, футбол здесь гонять. ММА есть. ММА? А футбол? Футбол, но там тренер. Ну, короче, наверное... А дискотека? Нет, дискотека. Не проводите? Может, кто-нибудь из вас диджей местный? Ну, посмотрим. Ты тоже хочешь? Там вот еще и будет друг. После школы идет? Или как? Вечером? В 7 часов. Короче. А, вечером, да? В 8 или в 9 часов. Я могу за ним заходить и... А, рядом, да? Ну, вообще отлично. Я же говорю, когда мы на остановку ходим, там тоже тусуемся. А сюда как, пешком идешь? Нет, на автобусе. Не с автобусом?
Нет, утром, да, в смысле вечером. И тоже вечером. Тоже заезжает, да, автобус? Школьный имеется в виду? Школьный, да. Да? Если ты записался, то уже можешь ездить, да? Ну, там, например, хочешь Фомичев, тебя не отвезут. Да? Тебе только по своему маршруту и все. Нормально, что так-то получается, удобно ездить. Вот до остановки дойти там. Да тут, в принципе, и пешкодрапы нормально, недалеко. Много у тебя в классе народу? Очень-очень мало, 19 человек. Учебники дали, нет? 10 да? мальчиков и 9 девочек. Ну нормально, что? Кстати, знаешь что? Свободно дышать сейчас можно. Сейчас у нас три новых урока. Это биология, география и история. У меня один. Ну биология, география нормальная тема, вот история... Историю тебе сдавать надо будет. Да, такая запарная штука, всякие даты там. Но у меня все были пятерочки. Ну да. Там учитель хороший. По истории? Светлана Семеновна. О, не Светлана. У меня сейчас история. Ну ладно, не важно. В комментариях народ напишет, что с Булгакова. Автобус когда приедет? Рауль, автобус сейчас когда приедет? На автобусе? Наверное. Ну для него-то круто, он же не ездил здесь. Прям как в американской он школе, да? На автобусах. Он вообще ни разу в автобусе не ездил. Они покрасим в желтый цвет, да. А сейчас мы идем кушать. Мы приехали в Мегу. Нужно это все дело отпраздновать. Мы постоянно заходим вот в этот ресторанчик, Перчини называется. Но сейчас мы, наверное, сходим в суши, потому что Миланочка любит суши. И так как у нее первый класс, пойдем именно туда. Там подальше. Вот здесь Миланочка есть. Мы здесь кушаем, я помню. Здесь мы здесь заходили вроде. Да, да? Мы там сели. Да. Что, здесь, а я помню, Не, идем там, что этот Спартак приедут, когда вместе объединим стол и будем здесь. Здесь идем. Понял. Ты где сядешь, Миланочка? Здесь делают очень вкусные суши. Где будешь? Тут или здесь? Сейчас закажем. Мушу называется. Ну все, тут только говорили про то, что надо подождать, и тут же ваш стейк сайр. А, вилка, ложка, вилка, вилка. Очень красиво оформленный стейк. Шоколаде, походу. Ой. Это не может вытерпеть. Он зверюга, когда он ест. Когда я ем, я просто зверь. И все это дело на свой костюм сейчас. Нет? Хочешь, типа, шоковое состояние? Берешь этот стейк и об себя. И мама тут же в шоке будет. Зато будет такой контент офигенный. Не, ну хочешь, сделаю. Давай сделаем реакцию, да, как Эдвин стейк об свою белую рубашку. Два. Не, ну ладно. Когда ему сделаю?